Всем привет. Отчет за 17 апреля, среда. Сыграл две сессии. Первый плюс 3 боина, второй минус боин. Почему так? Начал сегодня шире колить на большом блайнде. Вчера посмотрел, я очень большой у меня лузрейт на ББ. И то, что я очень много выкидываю. Начал шире колить. Олдколом. Ну, люди сами приносили деньги в руки. Когда мне доезжало, я колировал людей, и у меня была лучшая рука несколько раз. На стек так получилось. В принципе, мне понравилось. Правда, затем я почему-то довольный и уверенный пошел закреплять результат, и один бэйн проиграл. Ну, ничего страшного. Завтра еще проанализирую и буду пересматривать свою концепцию в своей голове по поводу колирования и 3-бета на большом блайнде. И что-то мне хат совсем не нравится с попапами. Попапы, их столько много разных, ты наводишь на разные позиции, у тебя их вылазит куча, и я не успеваю просто в них разобраться, поэтому попапами вообще не пользуюсь. Смотрю только в основном в пип, говорит, шоу-даун, вин-он, шоу-даун. Такие вот колд-колы с позиции. Вот, курс скоро закончится, но работы меньше не становится. И после окончания курса я продолжу работу над игрой, но иначе это будет лудоманией. Кстати, про лудоманию. Я сегодня играл на покер-доме, наигрываю там рейк, играю зум. 1, 2, 0, 5, 1, 50 копеек, рубль, блайнды. Ну так, весело. Завтра расскажу поподробнее. Всем пока.